Блинчики, может быть, чем-нибудь сладким, с сладкой начинкой или не сладкой начинкой. Самое популярное у нас лично в семье. Ну, завтрак в основном это яйца вареные, ну, редко когда позволяю себе банан, ну, в принципе, фрукты, так же, все. На завтрак все должно быть, наоборот, очень неоригинальная и классическая углеводная каша. С любым, на ваш вкус, добавлением, с любой добавкой, с ягодами и орехами, все, что хотите. А вы что любите на завтрак? А мы завтракаем вместе, так что у нас одинаковые предпочтения. Есть яичница с помидорами, например. Можно там приготовить оладьи из кабачков. Вот, что еще? Ну, кашу там как-то. То что? Блинчики. Побаловать можно блинчиками. Яичницу с грибочками пожарить. Я вообще ем овсянку или там с фруктами. Кукурузную кашу. Но я не думаю, что это что-то там особенное. Более особенно, мне кажется, это когда тебе кто-то что-нибудь готовит. Наверное, блинчики все-таки. Творог, овсянка. Все. Завтрак яичницу с помидорами. Все, больше ничего не люблю. А вы что любите на завтрак? Я потяжелее. Даже всего не скажу. Мясо, больше мяса. Ну, мы всегда готовим на завтрак яичницу либо омлет. Это питательно и легко, хорошо осваивается. Ну, с разными вариантами дополнений. Там сосисочки, овощи, что-то такое. Овсяную кашу и фрукты. Самый лучший завтрак и заряд на целый день. Всем приятного аппетита, хорошего дня.